Наш приморский отряд «Тигр» вместе с моряками-тихоокеанцами помогает населению небольшого города Донецкой Народной Республики. Ледяной дождь оставил тысячи людей без света, связи и воды. В городе Волноваха введен режим локальной ЧС. Деревья обледенели, получается, провода пообрывало. Вот холодно людям, в квартирах, в домах некоторых. Пока коммунальщики восстанавливают системы, бойцы Приморского края совместно с Министерством обороны России организовали пункты питания для жителей. Одна полевая кухня готовит 700 порций в день. Мы решили оказать содействие жителям, потому что мы, отряд «Тигр», вооруженная сила, должны оказывать содействие населению не только на поле брани, но и в таких ситуациях. Вот. Отряд «Тигр» организовал прием пищи уже несколько дней. Вот. Сегодня мы готовили рыбный дальневосточный суп из сайры. По словам командира отряда «Тигр», полевая кухня будет работать до полного восстановления энергоснабжения. Иванова Диана, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.